Привет, друзья! С вами Серж. Поддержите мой канал своей подпиской, оставьте комментарии, поставьте лайк и расскажите об моем канале своим друзьям. Начинаем. Американские военно-морские силы отказались предоставить Конгрессу информацию о встречах с неопознанными летающими объектами. Об этом сообщает издание «Политико». Депутат Марк Уокер рассказал, что в июле 2019 года он направил министру ВМС США запрос на предоставление информации о состоявшихся контактах с НЛО, а также вещественных доказательств данных контактов. Депутат получил ответное послание, в котором американское военное ведомство заявило об особом отношении к таким сообщениям и поэтому продолжает фиксировать и тщательно расследовать все подобные случаи. Политик был очень огорчен нежеланием военно-морских сил делиться подробными сведениями об НЛО с Комитетом по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США. В частности, Уокера беспокоит угроза, которая может представлять объект в техническом плане превосходящей военной силы США. Весной этого года командование ВМС США приступили к разработке новой формы отчетности для военных летчиков, наблюдавших НЛО. Это было сделано с целью систематизации процесса сбора и дальнейшего анализа аномальных явлений. Независимые исследователи считают, что под НЛО не подразумеваются аппараты инопланетных цивилизаций. Речь идет о том, что в Конгрессе ощущается нервозное настроение, связанное с растущим техническим отставанием США в военной области. Чем больше американцы будут заниматься наблюдениями НЛО, тем больше будет проявляться это отставание. Увидимся в следующих видео, друзья. С вами был Серж.